Ждите, до Нового года у вас точно будет свет. Ну, никаких работ вообще, то есть никто не приезжает, там, не расчищает, то есть ничего не подключает, вообще ничего. В построенные дома южноуральцы не могут переехать уже несколько лет. Сразу после приобретения участков собственники заключили договоры на подключение электричества. Оплатили услугу 80 с лишним тысяч. За это время в поселке сделали основание под трансформаторную станцию и установили несколько опор. Компания «Эрго», с которой мы заключили договор, должна была в течение года подключить нас, по идее. Вот. Многие договоры уже просрочены. Кто-то ждет уже 3 года, кто-то 2, кто-то чуть меньше. Нежилые дома стали приманкой для мародеров. Но установить сигнализацию или видеонаблюдение без наличия электричества жители тоже не смогут. 2 недели назад у меня разбили окно, залезли в дом. Как бы ничего существенного не взяли, но сам факт и то, что мне сейчас стеклопакет менять. Собственники участков написали обращение в обслуживающую компанию МРСК, УФАС и прокуратуру, но результатов нет. Мы отправили запрос в энергоснабжающую организацию «Эрго», теперь она называется «Маяк». Компания бодро отчиталась о сделанных работах, но вот подключить электричество в ближайшее время не обещала. В ответ на ваш запрос сообщаю, что подключение заявителей, 59 участков на территории поселка Терема Сосновского района, планируется осуществить во втором квартале 2024 года. По словам жителей, компания уже давно нарушила все сроки по техническим условиям. Собственникам участков придется отложить переезд в новое жилье в очередной раз. Венера Каримова, Максим Курочкин, 31 канал.